Ну, вот я сегодня пришел, взял пакет с собой. Значит, вчера гулял и вспомнил, ну, рассказывал, что есть такое волонтерское движение, которое ходит по лесу не бесцельно, как бы, а ищут мусор всякий разный. Ну вот, я хочу влиться в эти стройные ряды, как бы, борцов за экологию. Ну, кстати, вот и контент. Вот берем какую-то бумажку, бросаем ее в пакет. Что у нас тут еще? Ага. Ага. Вот. Бутылочка. Идем дальше. Что тут у нас? О! Ну это вообще Асикс. Гарбиш, мусор, Асикс выкинули. Ну, в принципе, и по делам. А, ну ясно, ясно. Такая же фигня, как у меня. Сейчас расскажем. Так вот, почему Асикс является говном и мусором? Не далее, как 2 месяца назад я приобрел Асикс. И такой гордый прихожу на площадку, ну, решил попробовать. У меня есть такое видео, как я весь в Асикс, такой радостный, все такое. Прошло, во-первых, я говорю, где-то около 1,5 или 2 месяцев, но не больше 2. На площадку и говорю, вот у меня Асикс. До этого я изучал всяких людей, спрашивал и некоторых. Вот, и почему вы носите? Они говорят, очень, ну там говорили, там 2 года, 3 года. Ну, я говорю, не знаю, что такое. Вот. И в конце концов, кстати, вот еще мусор. Я его должен собрать. Какой-то пакет со мной, блядь. Короче, это все гадостно. Одной рукой. Ну, ладно. Так, сейчас сядем здесь на пенек. Вот наш пенек. И все подробно расскажу. Че же, почему же Асикс говно? Ну, в данном случае ему место в мусоре, блядь. Вот, это сюда, это туда. Вот. А все из-за того, дорогие мои подписчики. Ну, в частности, о чем я говорю. Он мне сразу предупредил, говорит, у него тоже какие-то черные. И вот он говорит, вот здесь у него, короче, дырка, вот она. Вот, здесь уже все рвется, дырка, вот. Я с величины своего опыта и умения помню, что раньше здесь делали даже на кедах такие резиновые, значит, носки. Ну, старались, понятно, что палец пробивает, вот этот палец пробивает. У меня, кстати, были Мерли, то они там где-то на 2-й год или на 3-й, даже не помню. Ну, сетка такая была крупная, кстати, вот не такая эта. А пробился палец, но на 2-й год. Здесь же я что читал в описании? Кевлар, как они называются? Лазерная резка, там, протонная резка, напыление золотом. Значит, что еще там? Все вот это вот современные технологии, что это никогда ничего не порвется. Ну, какие-то смутные сомнения. Вот этот носок вязаный, он какой-то мягкий. Конечно, может быть, оно и конечно, проходит влага здесь. Ну вот я к чему это говорю? Ну, что зато, что они вот гель какой-то вставляют, еще что-то вставляют. Я, кстати, никак не могу вот этого ничего я ему не могу понять, потому что так, я всегда смотрю вот здесь вот расстояние, ну вот здесь вот этот палец я внутрь ложу, и вот здесь. Где-то 0,5 сантиметра, ну от силы 5 миллиметров. Были кроссовки у меня до этого всякие разные, к технологам, это современные технологии. Здесь вообще дырка образуется, вот все как бы целое, даже верх может быть. Вот здесь уже дырка протирается, потому что
когда ты, соответственно, ударяешься, ну, мы бегаем же, конечно, спортсмены, не то, что я спортсмен, я какой-то нормальный бегун, у меня нормально все с этим, мы бегаем, естественно, не на пятку, ударяемся, чтобы удар такой был, и вот здесь они ставят такие амортизаторы, там, и еще что-то делают, а вот здесь вообще ничего. Вообще пусто, и никто здесь никакого технологии сюда не внедряет. Все технологии ушли в пятку. То есть, говорится, все технологии ушли в жопу. Я вот так вот говорю. Вот. И когда я бегаю, вот 99,9% снашивается вот здесь. И у нас вот дорожки, я сейчас потом покажу. Брусчатные дорожки, брусчатые. И мне вот этот удар сильный. Единственное, где она хорошо работает... Опять же покажу. Это такая крупная галька. У нас есть дорожки из крупной гальки, где вроде как амортизация. Здесь я наступаю, только когда подхожу к подъезду. Когда к подъезду подхожу, и вот я иду. Ну, кто проектировал? Конечно же, мальчики с тонкими запястьями, которые сидят в офисах. Им нужно от своих места жопного сидения пройти до кофе, машины или до еще чего. Они ходят, конечно, на пятках. Но они так и подумали, что все, наверное, так бегают. Вот. Еще они делают, кстати, перепад. Вот это 10 сантиметров, 20 сантиметров. Делайте, почему вот такой каблук уже не поставить? Я никак не могу понять. Вот. Тогда бы мы вообще вот ходили как балерины на пуантах, блядь. И вообще никакого перепада быть не надо. Вот я сейчас смело возьму нож и вот так вот вырежу вот эту всю пятку и побегу. И вообще никак не почувствую. У меня будет нормальный бег. Она мне не нужна, эта пятка. Это только лишние удары, когда бежишь, она чпок-чпок-чпок-чпок делает по дорожке. И ты как лошадь, чпок-чпок-чпок-чпок. Для амортизации лучше бы было бы, чтобы она вообще была еще даже меньше, чтобы мы бегали нормально. Вот. Ну, техника бега, конечно, я не знаю, какая-то у них особая. Я потом, не знаю, видео хочу, хотите, я сниму видео, как надо бегать, как надо вытягиваться, сделать из себя Мюнхгаузена, который там рвется, это самое, и бежать, и, грубо говоря. Как ты сможешь, когда ты вытянулся на пятки, когда ты вот так вот согнулся, вот так вот идешь, да, ты можешь ногу вперед поставить, чтобы тебе туда, блядь, не упасть. Но это не бег, это инвалидное, это самое, движение. Вот, так что они вот эту всю фигню это выдумали. А, естественно, она вся порвалась. Не, ну, конечно, это может быть новые технологии. Через 2 месяца, так как у вас недостаток вентиляции, добавляется дополнительная вентиляция, оно самоадаптирующееся. У вас появляется здесь такая аккуратненькая дырочка. Так что все, когда вы ходите, что если дырявые эти самые... Хотите с дырявыми ходить, то покупайте, конечно, Asics, еще и другие такие какие-то фирмы. Но, говорю, у меня больше всего у меня продержался Merrell. Вот. Вот эти вот, сейчас сниму, покажу. Вот эти, здесь тоже сетка. Тоже сетка, и тоже через год-полтора она порвется. Не делаю здесь почему-то вот такого наплыва. Он кое-где есть, но кое-где его и нет. Но здесь это-то стоит на порядок меньше, это в 3 раза меньше. В 3 раза вот это меньше стоит. А это стоит, я, конечно, может быть, дешево купил, я не знаю. Я купил ее за 100 баксов. Вот. И вот тут они понавставляли вот эту фигню. Здесь вот эта часть работает, вот эта часть. Вот так показываю. Вот эта часть, вот она часть эта работает, вот она работает. Какие здесь технологии? Вот какие здесь вот в этих 5 миллиметрах технологии? Где здесь технологии? Куда они делись? Куда, за что мы платим? Никакой амортизации, никакого... Вообще амортизация удара, вообще страдает весь костный состав, ну то есть между колени и все остальное. И приходится бегать вот так вот, амортизировать, чтобы тебе не сильно был удар. Вот. Вот такие мои высказывания. А потом сейчас пойди по дорожкам, и я покажу, как это все происходит. Так что, кто хочет ходить как оборванец, с рваными носками, пожалуйста, обращайтесь к Асиксу и к таким подобным фирмам. Вот. Я не знаю, как люди мне рассказывали, что они ходят, годами бегают, но они действительно, я говорю, ходят только в магазин на них и обратно мусор выкинуть или еще что-то. Бегать в них вообще абсолютно невозможно. Вот 2 месяца. Вот она. Вот я уже вижу палец, вот он уже проходит здесь. Осталось 1 микрон и будет дырка. Я уже не знаю, что мне придумать, что-то наклеивать внутри или что-то наклеивать снаружи. Или обращаться к какому-нибудь мастеру, который бы мне здесь что-то нашил. Очень красивое такое.
Ну зачем я, почему я должен дизайном заниматься, когда, когда есть фирмы, есть куча сотрудников, которые себя позиционируют каким-то, а это одноразовая обувь. Потому что вот я вот и вместо и в мусоре, и в гарбидже, потому что вот так вот походил, прошелся один раз, выкинул. О чем это говорит? Какой-то вот сюда напихали, вот это мне смешно, мне это зачем нужно? Вот зачем мне это нужно? На каких роботах, на каких особых людях, с каких планет они все это, для каких людей они все это делают? Для каких они делают всю эту пятку? Я не знаю, куда смотрят вообще бегуны, почему никто не обсирает вот это все говно? Потому что это общий дизайн, вот сейчас вот стали вот так вот делать. И обувь вся трется. И только бы один я, потому что я этому человеку прямо сказал, говорю, я претензию к тебе предъявляю. Говорю, ты что, я собрался покупать Аксесс, а ты мне не сказал, не предупредил. Теперь ты должен мне новые ботинки. Вот. Ну, это, конечно, юмор и с иронией, но все-то, все остальное. Так они еще, кстати, и воняют. Вот что я не сказал. Я когда пришел, их принес, они мне пришли по почте с Декатлона, кстати. И они очень страшно воняли на всю квартиру, я не знаю, как это было мириться, я их выловил на балкон. Потом я их постирал, и после стирки они тоже стали вонять. Они еще до сих пор воняют, они до сих пор еще воняют. Их уже выкинули, выкинул я практически. Вот. Я, конечно, еще побегаю, это, конечно, мои кроссовки. Это была все как бы ирония, но мусор я собрал, честно вам скажу. Сейчас пойдем в помойку его выкидывать. Вот. Хоть одна польза от этого ролика будет, может быть, что я хоть мусор какой-то собрал. Вот, и в дальнейшем, может, приобщусь к этому, потому что с помощью Asics вы очень очистите природу, когда будете такие ролики снимать. Да, вот. Но Asics фактически засоряет нашу родину, нашу землю, выпуская вот такое говно, такой мусор. Они как работают на озоновый слой портят, когда производят. Они воздух портят, когда ты их покупаешь. Они портят, когда их ты выкидываешь. Короче, вносят свою лепту в, как это называется, в углеродный след. Вот так они это делают. Вот. Так что вот, смотрите, вот на пятку я вообще не наступал. Вообще не наступал. И я не знаю, зачем она здесь нужна, зачем они вот такую делают массивную пятку, зачем они на нее уделяют внимание. Они туда обратили все, когда мне это абсолютно бесполезно. Я не знаю, для бега это вообще не нужно. Идем дальше. Вот еще аккуратненькая баночка. Видите как? Вот такие люди, они и кроссовки эти же делают. Я считаю, что с таким менталитетом, кто мусорит, тот и кроссовки делает. То есть, типа, мы мусорим планету с помощью кроссовок, засоряем. Это тоже как типа мусор. Это мусорное мышление. Насрал другому здесь, насрал другому на работе. Дизайнеры, ёпсаньте. Проектировщики, технологи. Вот. Что-то денежки они получают не мусорные, очень даже сильно хорошие, проверяют их настоящие. И откуда я их взял, и где я их получил. Вот. А нам подсовывают вот такое говно. Прикольно. Вот, сейчас покажу, как это все происходит. Вот такая дорожка. Вот здесь. Вот, когда бежишь, вот ты приземляешься, и получается у тебя амортизация, удар, и вот этот шлепок, и как бы, чтобы амортизация была лучше, нужно меньше делать пятку, меньше, чтобы ты смог это самое, потом оттолкнуться. Вот, все работает. Я не знаю, во-первых, чем тяжелее пятка, тем больше получается удар, и полностью нарушается вся механика движения. По-моему, так. Я вот говорю, как это называется? Хочешь, чтобы у тебя были кроссовки, сделай их сам. Организуй собственную фирму. Наверное, так. И Nike получился, и все остальные фирмы. Но что с ними стало? Почему они тоже стали выпускать говно? Почему стал Asics говно делать? Я не понимаю. Ну как это? Борьба, как гонка за прибыль. Они думаю, что люди вообще будут без кроссовок делать. Сейчас автомобили делают говно, потому что скоро электромобили будут. Ну, с внутренним сгоранием. А кроссовки, что все будут ходить
на каких-то ходулях электронных, что ли, я ничего не могу понять. Ну что, выкидываем? Или еще поэкспериментируем? О, винишко стоит, блядь. Всякая хуйня. Сегодня, кстати, с утра шел дождь полностью, солнца вообще не было. И я, когда замыслил ролик снимать, думаю, ну, камера намочится. Думаю, Асиксу, говорю, природа соблаговолит. Нет, природа подумала, что нет, такую фирму нужно вывести на чистую воду. И быстро очистила небо, быстро обчистила мне все и говорит, пожалуйста, снимай. Давай разъебем этих долбоебов. Вот, и всех таких же. Так что, кто за экологию, не покупайте никогда Asics. Это ужасная фирма, которая губит нашу землю и нашу природу. Сейчас я покажу галечный, где единственное мне понравилось, как работает Asics. Вот мы приближаемся, вот здесь я сбегаю, мучаясь и ощущая все удары в голову. Вот здесь единственное наступает красота. Это вот такая галечная поверхность. И получается, что в меру жесткая подошва, она жестковатая. Жестковатая у Асикса подошва, в меру жесткая подошва, она как-то их обтекает. И мне нравится, как бежать вот именно только лишь по этой гальке. Только вот эти кроссовки именно вот для такой поверхности. Все, ни для чего другого они не подходят. Вот. Но они вообще ни для чего не подходят. С таким верхом, блядь. О, дырка. Что это такое? Дырка. 2 месяца. 2 месяца нету. Сейчас, друзья, покажу, как я бегаю. Как это все происходит. Почему на горе? Потому что удобно. Вот. Поднимаешься туда и немножко не отталкивайся. Работаешь чисто ногами. Вот так это происходит. Скажу еще раз. Это мне, кстати, показал один такой загорелый американец, очень сильный. Он рассказывал своим ребятам, что по бегу, чтобы победить, нужно не вот так вот работать, вот так вот работать, а делать вот в конце вот это. То есть запасается энергия, и ты так немножко выпрямляешься и вот так вот отталкиваешься. Потом переходишь ногу вперед. То есть как бы немножко потренироваться нужно на побегать чисто на этих, на прямых ногах, вот так вот. И вот это движение тоже особенно хорошо получается, хорошо вверх. Когда ты бежишь в гору, вообще экономия энергии половина. Да я думала, что мы сегодня поедем. Вот этот подъем, он идет далеко там. И вот так вот до верха. Это уже второй подъем. Там есть еще сильнее. И я, в принципе, хорошо бегу. И вообще не устаю. Всем советую. А чтобы начать, конечно, бегать, нужно с места, как Болт показывал. Берешь, стоишь, колени выше среднего. И просто стоишь вот так вот, скачешь. То есть это получается на носках. И потом постепенно немножко добавляешь движение вперед. Значит, надо показывать. Ну, если это дюгли отдельный ролик. Сейчас не знаю, как получилось, и народу здесь полно. Сегодня воскресенье. Не очень. Ну ладно. Вот такой вкратце обзорчик. Да, почему так все красиво? Почему природа вся в первозданном или в каком-то виде, хотя бы даже здесь есть какие-то сооружения, вон, скульптуры, так все красиво? Да потому что нету Асикса. Нету. Вот сейчас я кину сюда один вот этот ботинок Асикса, и все сразу испортится. Гармонии уже не будет. Это мусор. Это будет мусор здесь. Почему нужно убрать с планеты этот Асикс? И тогда хоть какая-то гармония, частичка, но ее наступит. Так что все бойкотируйте этот Асикс. И всем рассказывайте, что это говно и мусор. И вообще надо с этим всем заканчивать, с этими мусорными продуктами.
Вот. Вы все видели, да? Вот говорят, им хлебом нельзя кормить, а они вот этот занимаются. И упорно, видите, что делается? Вот такие люди, блядь. Бабушка! Вот такие люди и Асик сделали. Что ты им скажешь? Они никогда этого не поймут. Им лишь бы нагадить, лишь бы учат уточек отравить, лишь бы еще что-нибудь сделать, лебедей отравить. Ну, вот такое мышление. Ребенок там с рядом, она ее учит вот этому с детства. Вы все прекрасно видели, да? Мне пришлось его догонять. Что он абсолютно не наступает на пятку. Вот. А вы думали, что люди как лоси, что ли? Или кто там? Кто у нас? Какое животное бегает на пятку? Да такого вообще нету. Рептилоиды сидят в конструкторском бюро Асикса и всех остальных. Кстати, это всех касается фирм. Не знаю, для кого они это все делают, кто это должен потреблять. Но народ не ропщит. Никто это разъебать конкретно что-то не собирается. Я первый. Вот. Так что распространяю этот ролик по возможности и дальше. Как раз чувак попался вовремя. Ну, он, конечно, бежит не совсем по моей технологии, технике, но все-таки вот даже он не умеет бегать, и то бежит не так, как говорят нам все фирмы, делают такую массивный каблук, массивную пятку, впихивая туда какие-то гели, вставки, какие-то там, как они их называют, супинатор или что там. Вот. Ну, у них свое видение техники движения. Печалька.